Малыш, не рыгай на людях, твоя отрыжка никому не интересна. Ну-ка, давай, Басов. Я ем, а ты рыгаешь. Прикрой рот или сдержись. Сын, дома я съел тарелку бобов, но я не выдаю трели, словно у меня в заду труба. Слава богу. Нам неприятны такие увещевания. Если я хочу что-то сказать своему внуку, я говорю, это не твое дело, я взрослый человек. За ужином не желаю слышать никаких сказок. Зубочистки! Если захочу, вставлю в зад трубу и буду бегать по ресторану, играя «Аллилуйя, Янки, Додл» и все. Угомонись опять ты о своих трубах и задах. Еще раз потянешься и получишь по голове тарелкой. Глинтус, она такая страстная. Так и скажи, не трогай, драться не обязательно. Я этого не потерплю, Шерман. Ешь, сила тебе понадобится. Сегодня мы хотим посмотреть фильм «Брачный сезон в Серенгете». Завожу его с полоборота. Тайм-аут. Господи, мама. Тайм-аут, не хочу слушать байки о стариках. Ах так, Глинтус. Что ж, может, мы с Исааком и старики, зато у него любовный инструмент работает. А? Отпад. Что, язык проглотила? Твоя больная мозоль, а я на нее наступила, да прям-таки прыгнула. Да, картофель и правда превосходен, согласны? Удар ниже пояса. Да, потрясающий, чудесный. Картофель, плевать на картофель, это удар ниже пояса. Клитос, что тебе напоминает эта нитка спагетти? Бабушка, хватит и перестань, это не смешно. Началась. Может, твоего красавчика? О, Господи, пощади нас. Вот что я скажу. То, чем я занимаюсь в спальне, вас не касается. А в спальне ты отскребаешь грязь со своей мошонки, да не только. Это уже слишком. Мама! Черт, ты слышал это последнее? Хватит, успокойся. Ну, хватит, да все, ну все. Я хочу предложить вам тост. Да, давайте за что-нибудь теперь. За папу. Да, да. Да уж. Который после 35 лет работы в строительном бизнесе наконец-то решил отдохнуть. Да, давно пора. Это точно. Точно. А еще сейчас при всех я хочу спросить, когда ты признаешься, что тебя уволили? Боже! Господи, он задыхается! Шерман, пиши его, стучи по спине! Давай! Дайте нож и соломинку, я сделаю трахеотомию. Видела в сериале «Скорая помощь». Бояться нечего. Все под контролем. Глинтус, Глинтус, куда ты? Папа. Шерман, Глинтус. Пап, куда ты? Отец. Что ты натворил, ботаник? Испортил нам праздник. Thank you.